Да, космос – это бесконечность. Вершина науки и человеческой мысли. Хотя, есть кое-что поважнее. Кажется, еще не время покидать Землю. Нужно воспитать более совершенные поколения. Изобрести лекарства от старости. Следить за озоновым слоем и посадить больше деревьев. Возвести эко-города. Научиться правильно использовать ресурсы. Говорить на одном языке. И разрешать споры. Потому что наше будущее не в открытом космосе. Наше будущее прямо здесь.